Привет, друзья! Вы на канале Bob GTX, и сегодня я играл в нашу любимую новую игрушку Overlook Bay. Здесь вроде бы все пофиксили, вроде бы баги все пофиксили. Написали вот в Твиттере, что много-много чего добавили там. И стоянки добавили, и пофиксили разные лаги с животными. Но в результате, и плюс дали нам еще 10 тысяч кристаллов за то, что были ошибки. Но вот я зашел в игру, и смотрите, что здесь творится. Я не знаю, как сумели вообще игроки набросать столько машин. И почему машины эти стоят на дороге, непонятно. Сразу мне показалось, что, блин, здесь какой-то апокалипсис. Ну, баги, наверное, еще есть с машинами. Вот машины какие-то странные. Не знаю, стоят себе и стоят. Ну, один плюс в этом был. В этих багах есть, потому что разработчики нам уже второй раз дают по 10 тысяч кристаллов. Я не играю очень в эту игру, потому что, очень сложно заработать. И плюс из-за этих лагов и багов, не очень хочется играть. Я решил сегодня купить себе несколько билетов. 5 билетов вот золотых купил. И давайте открывать. Забыл, как всегда, капсулу. Мне кажется, что я купил билет и все. Но нам надо взять капсулу. Легендарок и Годли у меня еще нет. Только ультраредкие. Как же я был удивлен, когда возле вон такой же кошечки появилась и у меня вот такая Годли. Не легендарка, а Годли. Еще лучше, чем легендарочка. Блин, я был в шоке, честно. Мне вообще ничего такого классного не выпадало. Ну, конечно, я решил забрать остальные капсулы. Посмотрел сразу на таблицу. Блин, да, это точно Годли. Мне реально повезло. Ну, спасибо, конечно, разработчикам, что дали столько кристаллов, потому что я их не зарабатывал бы здесь, пока баги не устранят, это точно. Так, покупаем еще. Хочу еще легендарок. Или, возможно, пони Годли. Посмотрим. Енот. Ну, енот у меня уже есть. Он прикольный, не знаю. В Твиттере написали, что будут животные типа неоновых. Значит, будем пробовать собирать просто кучу всех пэтов. Так, взял еще один такой, чтобы по очереди сначала тот, потом тот бросать. Серебряный, потом золотой еще. Подряд по-любому не попадутся никакие крутые пэты. Так, вот мне попалась вот такая классная собачка. Такой собачки у меня нет. Денежки плывут очень быстро. 6 тысяч уже. Но я еще не бросил. Еще золотую капсулу. Так, у кого-то пингвинчик был. Ну, блин, классная тема вот с вот этими автоматами. Это очень круто. Кого-то енот еще. Ну, у меня уже был енот. Как вы думаете, что будет сейчас? Енот. Кажется, что здесь одни еноты. Ну, у меня еще один билетик. Я решил эти капсулы вот здесь не бросать, а бросать уже в другом месте. Набрал себе несколько капсул, побежал к колодцу. Я еще желание не загадывал, думал, возможно, еще билетик выпадет. Это бы было очень-очень кстати. Но выпали кристаллы. Это тоже очень хорошо. Уже, как видите, у меня осталось всего лишь 5000.
ничего такого интересного не выпадало. Я решил побросать вот эти шарики, капсулы с животными в другом месте, не там, где все. Что у меня попадется возле колодца? И смотрите, это единорог. Это легендарный единорог. У меня есть Годли и единорожка. Круто. То есть уже начали попадаться какие-нибудь очень крутые пэты. Дальше я побежал еще. Вот, вот легендарный и Годли. Дальше я побежал еще в другое место бросить шарик тоже где-нибудь не здесь. Вот в этом отельном комплексе решил бросить. Ну, к сожалению, у меня уже есть такой пэт, и мне опять она попалась. Альпака. И еще один я бросил дома. У меня еще один остался шарик вот этот. Думаю, буду бросать в разных местах. Возможно, удача придет. О, и как вы думаете, что мне попал? Легендарный тигр. Не знаю. Когда я бросал все это дело, там мне попадались только простые животные и только ультраредкие. Начал бросать везде, где не попадя, и мне сегодня выпало две легендарки и одна Годли. Вот такой видосик вам получился. Надеюсь, разработчики будут дальше устранять все эти баги. И мы будем играть в эту игру уже с удовольствием. А на этом все, друзья. Пока-пока.